Добрый день, друзья и гости канала «Мои садовые романсы». Сегодня я с мужем побывала на Южноуральском рынке. Ну и какая же я буду ютюберша, если не покажу вам такое изобилие товаров. Это вещевой рынок, мелкооптовый. Он очень популярен у гостей нашего города и, конечно же, у наших горожан. Мне кажется, что здесь есть практически все. И цены на товары симпатичные. Снимаю. Мне не надо. Не надо? Хорошо. А это анонс моего нового ролика, где я покажу, как я заготавливаю компот на зиму из винограда яблок и вялю помидоры черри. Муж вместе со мной не спит, помогает закатывать баночки. Да,
расскажу. Мы купили. Мы купили вот такой набор ножей. Это ножи керамические. Я уже попробовала. Вот они такие удобные, красивые, хорошо режут. Такие керамические блюда. Они хороши тем, что жарить, парить. Можно иметь микроволновки. Духовку ставить можно. Вот. Такая большая, объемная, красивая. Так. Вот такие стаканчики, кружечки. Сейчас это писк такой моды. Они очень легкие. Очень легкие. Ну, вот такие эстетичные, красивые. Современный дизайн у них. Еще вот такую мясорубочку. Терка, мясорубка. Терка, неверно сказала. Терка. Вот она такая. Чем она хороша? Тем, что она металлическая. Вот это все металлическое. Видите? У меня только пластиковая вот эта штучка. Ручку удобно. Вот здесь. Получается. Вот этот штырек. Вот. И просто так вот прикручивается и все. Видите, как легко снимается. Просто прикручивается. Вот. И насадка у терки вот такая. Вот такой. Насадочка. Вот такая крупная. И вот такая. Ну, это, наверное, для покупки. Ну, вот такие мы сделали покупки на этом рынке. Я довольна. Красивые, нужные, важные, практичные вещи в хозяйстве. Вот эта терочка, я все время на нее смотрела, но они были пластиковые. А это вот металл. Видите, металлическая. Так что я довольна. Сегодня буду мариновать капусту, уже испробую. Вот эти кружки, они такие прям легкие-легкие, кажутся стеклянными, но это, видимо, какая-то технология новая. Новые технологии пластик. Конечно, на таких рынках много ширпотреба и некачественно дешевых вещей. Но можно найти и хорошие, добротные товары, которые долго вас будут радовать и служить. Я очень надеюсь, что прогулка по нашему рынку вам понравилась. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вам желаю добра и здоровья. Пока-пока!